Ну, мы это, мы в Смите жили. Сейчас мама кредит взяла. У вас квартира одна, двухкомнатная? Нет, было 14 квадратных метров, комната. Сейчас мама взяла кредит, чтобы выфуить вторую комнату. А, понятно, понятно. Вы знаете Куриный, депутат наш? Ну, да, конечно. Понятно, дай календарь. Вот тут есть координаты, держи, внимание. Напишешь, мама только подпишет, обращение к нам на мое имя. Государственная дума, Зюганов есть? Это, извините, пожалуйста. Да, давай сюда. Вот ваше обращение было. Вы извините, пожалуйста. Нет, сейчас одно. Но это не мне, это Малафеев. Нет, это я как раз. Я вам писал. Вы извините. Не, что извините. Это Маша, она прямая обязанность. Она самая. Я смотрю, оставили. Хорошо, посмотрим. Договорились. Но еще... Куриный запомните? Угу. Алексей так, его зовут. Мне с Куриным как? Алексей Владимирович, я ему поручу, чтобы он... Я еще хотел бы сейчас, извини. Тут обратный... А, есть обратный. Договорились.